Всем привет! С вами ArxBlue, и это наш новый формат под названием Dota 2 Вызов. Что же за формат, вы можете меня спросить, да? Что я опять придумал? Что я мог опять придумать? Это у нас пилотный выпуск, поэтому я немножко расскажу вам про суть самого формата. Вот для начала предыстория, да? Почему я решил сделать такой формат? Вчера, короче, я играл с подругой в доту. Мы играли на лов приоритете, потому что у меня сейчас лов приоритет, естественно, за анманерность. Ну, что с этим сделать, я не знаю. Просто я не люблю америкосов. Когда мне попадаются америкосы, знаете, когда начинают писать свое говно, типа Russian retard, бла-бла-бла, я уже начинаю про них писать. Retard. И все, а америкосы же, это кто? Это девочки, которые постоянно обижаются, пищат, визжат, воняют. В итоге они обижаются, кидают репорты и так далее. Только за анманерность. Ну ладно, суть не в этом. Суть в том, играл я на лов приоритете с подругой. А что такое лов приоритет? Это место, где можно расслабиться, играя, играть не напрягаясь. Можно экспериментировать, сборки собирать и так далее. И в начале игры я ей сказал, давай сделаем так. Я сейчас рандомлю, и на любого героя, который мне выпадает, я собираю Маднес и собираю его в кэрри. Вот такая вот задумка была. Там мне уже выпал тролль, но суть не в этом. И после игры, реально, мне пришла в голову сделать новый формат. Мысля пришла в голову сделать новый формат. Новый уникальный формат, который никто никогда не делал. Ну, здесь, конечно, мне еще поможет программа в этом, чтобы это все было ускорено и автоматизировано. Давайте уже сразу к делу. Так, вот наше чудо. В чем суть этого формата? Суть в том, что в начале таких выпусков, да, мы будем делать вызов мне. В итоге, программа рандомит 6 итемов и говорит, в какой последовательности качать способности. В какой последовательности качать способности. А мы в игре рандомим героя, и на этого героя собираю эти итемы и прокачиваюсь, как сказала программа. Давайте тогда ближе к делу. Смотрите, поехали. То есть сейчас мы должны получить итемы. Самое главное, запомните, по какому правилу он рандомит итемы. Всегда первым итемом он будет рандомить один из 5 тапков случайно. И так дальше. Потом программа рандомит от 2 до 6 слота и выбирает из 61 итема. Это будут основные предметы, да, уже собранные предметы, типа там дизолятор, мотостайл и так далее. Это первое. Программа скажет, в какой последовательности мы будем качать способности. То есть, она может сказать, что сначала мы качаем второй скилл максимум, потом первый максимум, потом третий. Ульту мы всегда будем качать на 6 левеле. Ну, давайте начнем уже. Так, поехали, бросай себе вызов. Так, у нас есть руля-ля, гем, да, гем тоже считается. Потом, ага, у нас есть лотар, мека. Все, у нас есть, смотрите, 6 итемов. Читаем условия. Во-первых, мы должны одержать победу. Во-вторых, я должен собрать минимум половину итемов. Потому что могут выпадать дорогие итемы, типа рапира, радик. И само собой собрать их будет нереально за одну игру. То есть, ну, такие игры бывают, но редко очень. Дальше, тоже очень важно. Предметы я могу собирать в любом порядке, это очень важно. То есть, это сделано в первую очередь, чтобы я мог распределить, да, там, более дешевые сначала собирать, потом дорогие. Потом дорогие. И четвертое, смотрите, тоже очень важно. Способности я качаю строго в указанном порядке. Вот мы видим наш указанный порядок, вот он. Вверху у нас обычные слоты, да, способности. Первая способность, вторая, пятая и ульта. А внизу порядок, то есть сначала мы качаем вторую способность, максим, вместе с первой. И потом уже качаем третью способность, ну, ульту на 6 левеле. Все. Уже в следующем видео мы как будем делать? Я вначале снимаю просто сразу же вызов и снимаю игру. Еще я забыл сказать, смотрите, очень важно, что мы будем в каждой игре рандомить. Героя рандомить. То есть все это я буду делать на рандомного героя, внимание. На рандомного.
То есть мне даже может выпасть, например, какой-нибудь минер. И мне придется собирать минеру Меку, Лотар, Сатаник и БФ. Минеру собирать Сатаник и БФ. Вы представляете, да? БФ, которая не работает на дальний бой с плэш урона. Но это не важно. Не важно, работает итем или нет. Даже если мы полаганим, в любом случае я должен собрать. Самое главное преимущество этого формата в чем? В том, господа, то, что мы будем пробовать уникальные сборки на разных героев. То есть даже будем собирать то, что никогда бы ему не стали собирать. В этом и преимущество, что мы будем выходить далеко-далеко, выходить за рамки стандартов. Все. Это было вступление, еще раз говорю, такое вступление будет только в этом видео большое. Потому что это пилотный проект, я вам все объяснил. Ну давайте лучше вы посмотрите на деле. Начинаем играть. Ладно, я тут записываю мюзикл. Вы стали свидетелем сингл. Ну что ж, короче говоря, у нас есть вызов, мы приступаем к грязному делу. Раньше, я помню, в детстве моя мама любила смотреть фильм «Грязные танцы». Я терпеть не мог. Я тогда был молодым мальчиком, маленьким, да? Терпеть не мог. Шепелявить. Так. Что ж, как я и сказал, мы делаем рандомного героя. О, Джакир, да что ж ты такое творишь-то? Ну ладно, пускай будет Джакира, неплохой вариант. Джакира Батрайдер, у нас уже две птички. Две птички. Кстати, а Батрайдер, Джакир это одна птичка? У него уже две головы? Вот, кстати, да. Одна птичка или это может считать за две птички? У Джакира две головы. Это одна птица? Или две? Сейчас, секундочку. Мы просто подготавливаемся. Нет, это одна. Да, двуголовая. Правильно, двуголовая. Все. А, ну что ж, смотрите, первое мы сделали, мы нарандомили героя. Давайте я напомню, какие итемы. Сейчас я вам скажу быстренько, так откроем, вы этого не видите. Первое это у нас Травела, потом Гем, потом Мека. Кстати, Мека хорошо Джакири пойдет. Это Лотар, Сатаник и БФ. Мы должны собрать три вещи из этого списка. Так, Мека, да? Я пошел бы сделал вот так вот. Мы купим, короче, курьера. У нас одна кура или 8 кур? Так, почему одна кура? Где 8 кур? Потом покупаем тапок и пошли топ, все. Да, мы сделаем так. Напомню вам, что, чтобы выполнить вызов, нам нужно победить. One. Потом two. Собрать минимум 3 предмета из 6. На мое усмотрение. Плюс в том, что мы можем, не знаю, подбирать конкретному герою. Например, там есть в списке Травела. Потом есть Мека. Вот этот Джакири пойдет. Травела, в принципе, тоже неплохо. Она будет летать такая. Значит, сейчас, после последнего обновления, самая большая начальная скорость у героя под названием Enchantress. Enchantress. Запомните. Ну, это просто я сейчас про Травела говорю. И вспомним, у кого самая быстрая скорость в истории доты. Вот это попадос. Параша, Так далеко, ну, не могу далеко. Ладно. Так, вот это мы делаем, и вот это. И вот это. Да. Ну что? Стоп, засранчик, нет. Ладно, забыл. У нас же еще есть и скиллы. Нам нужно прокачиваться по списку. Поэтому, извиняюсь, я просто забыл. Ну, первый раз мы снимаем пилотный выпуск. У нас скиллы идет второй скилл, потом первый, потом третий. Ну ладно. Да что ж ты так долго-то? Он так долго кастует свое говно, то вообще забейте. Все, я забыл, извиняюсь, поэтому сейчас будем качать второй скилл и первый, а уже потом третий будем. Но мы должны сделать все честно, да. Должно все быть честно.
Он в соло стоит, что ли? Не, он не соло, где-то 10 Рики бегает. Пам, на говно. Вообще, Джекиру его матно спамить, вот это говно. Тем более у нас есть, короче, этот тапок еще. Все, качаем, значит, мой второй скилл. Это делаем вот таким вот образом, вот так вот. Хотя я бы сделал вот так. Вот так вот, и вот там мне так удобнее будет. То есть здесь мы делаем приоритет на второй скилл, чтобы станом попадать, потому что мы будем 100% стан попадать. По-моему, здесь был Рик, я вот не помню. Я когда включал итемы настраивал, ну, билд, кейворды и так далее. Кнопки настраивал. Я уже все перечислил, короче. Здесь, по-моему, Рики был. Так. Че у нас 3-1? Неплохо, неплохо. Не забываем, да, мы качаемся второй скилл, первый и третий я пока качать не буду. Хотя, в обычной игре, а видите, я сразу качнул третий, как в обычной игре, ну я забыл, да. Потом, нам нужно собрать первым итемом труляля. 4 буквы, труляля. Посчитайте. Ровно 4 буквы. Так, давайте... Ах ты мразь, ах ты тварь. Моего гриппа забрала. Говорим, что ушел Рики. Хотя я его не помню, чтобы он здесь был. И оранжевое говно. Ну и все, продолжаем. Мы даже, в принципе, не фармим. Смотрите, я даю фарм этой дуре. Потом нам будет тяжело нафармить. Хотя, можно сделать таким способом. Можно и играть на отводах. Давайте мы сейчас сделаем следующий отвод. И будем фармить на отводах. Я буду гнать. Буду гнать. Так, все. Качаем первый скилл, третий скилл мы не трогаем. По нашему вызову не трогаем. Нельзя было качать третий скилл, но ладно. Я говорю, я качну, потому что первый раз. Все. Хотя это запрещено, запрещено. Все, идем на отводики. Давай, давай. Ох. Я давно тоже за Джекиру не играл. У него специфичная такая анимация атаки. Ее можно легко прервать. Вот это вот. Минус даже. Ой, блин, чуть развернулся-то. Сейчас мы, короче, нафармимся. Ой, нафармимся сейчас. Ой, нафармился. Ох, все, нафармился. Убил целого крипа. Так, кура у нас есть. Варды мы покупали. Не мы там, а другой человек покупал. Все отлично. Нам дали фрилайн. Такими темпами, я думаю, я не успею собрать 3 итема. Хотя, давайте не будем загадывать. Я надеюсь, что игра... Я надеюсь, что игра, короче, сейчас затянется, чтобы мы успели выполнить вызов. Вызов системы. Почему нам дали фрифарм, я не знаю. Ну ладно. А может мы не будем ей давать фарм? Че фигню страдать? Хотя она пошла в этого, она в кэри пошла. Ну давайте, нам нужно выиграть игру, самое главное, поэтому давайте дадим ей фарм. Так, опа, нормально. А мы пойдем опять на отводы, да. Просто будем пока дыхать на отводы. Сейчас придет крипы, еще пачка крипов придет. И let's go. В принципе, можно уже начинать пушить лайн. Давай уже потихонечку пушить. Давай, братиша, давай, давай, давай. Так, делаем акцент на второй скилл. Опять по вызову играем. Я предлагаю все-таки, да, по фасту пропушить. О. О, говно. О, нет! Нет! Больно, жопец! А, давай, детка, давай, давай. О, так ты ушел Рики Шмару. Уйди от меня, говно, уйди. Гори, жопа. Да во сколько здесь, матерь божья? Здесь Рики за мной, кстати, ходил. Нет, ну живи, давай, я все делаю, чтобы выжить, их очень много, очень. Когда я шел, я там врезался в Рики, короче. Ладно, я пока жив-здоров, фух. Это была драка до потери сознания. Мы выживали как могли, это были 90-е лихие. Ох ты, не трогай мою банку, не трогай. Срать на вышку, банку не трогай. Так, ну я думаю, мы можем отрегениться, нам не надо уходить отсюда. Видите, нам, в принципе, второй скилл зарешал. Он всю игру нашу сделал, реально. У нас 2-5 благодаря второму скиллу. Опа.
Опа. Так, враг ушел снизу, надо быть осторожнее. Ну, это был, конечно, нежданчик, полный нежданчик. О, надеюсь, Фурион стоит. О, а мы тебе сейчас жопку подпалим? Ах ты, тварь, а. Ну, ясно, ладно, я пошел отсюда. Ты чё, тварь, а? Ты чё, чмо? Эй, псина. Вот, кстати, дерьмо-то ФКшит. Давай, говно. Да все, он сдохнет в любом случае. Здесь, кстати, еще Дитарики бегает по-любому. Так, СФ убил двоих. Молодцы. Фидят потихонечку. Молодцы. Парни, молодцы. Так, мне не нравится Рики. Вообще не нравится история с Рики. Он прямо здесь по-любому где-то бегает бесконечно. Тварь конченая. Надо что-то придумывать. Ну ладно. Давайте постоим на лайне еще. О, нам баночку дали. Нам баночку дали. У нас сейчас 5-й левел. Нам еще дофигища копить на тревела. Ну, плюс тревела в том, что мы сможем просто летать по всей карте. Будем мобильны. У нас хорошие скиллы. У нас есть антипуш. У нас есть пуш и так далее. Не пудж, а пуш. Но опять же, вот Рик мне не дает покоя. Гол, гол, пуш. Давай пропушим уже лайн. Не будем, короче, тянуть время. Я пошел бы дальше уже. Давай, братиша, давай, давай, давай. На, пес. На, гори, говно. Ну, о, ясно, ясно. И чё? Нифига ты убийца. О, ха! Окей, 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 good job, good job. Тати, подождите, у меня чё, припадка не было. Там, короче, у них же еще Фурион есть, надо не забывать. Вы видели, да? Даже рандомная прокачка нагибает инвизного говноеда. Говноеда, именно говноеда, заметьте, вот надо делать акцент на слово говноед. То есть, мы кинули второй скилл и убили его с одного удара, в щи просто. На что он надеялся, я не знаю, глупыш. Самоуверенный пиндюк. Какие слова знаю. О-о-о-о, так там у вас замес. У вас появилась ульта. У вас появилась ульта. Чем тебе не нравится Пугна? А, так у него 24 убытка этого. Я думал, он наоборот нагибает. 1600 у нас голды. Давайте, наверное, что-нибудь придумаем, мужики. Ой, не туда нажал. Ладно. Все, все, все. Так, пойдем тогда пушить. Гол, пуш, 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 вайн. А я не помню, он работает на вышке? По-моему, работает. Да, да, эх, я дурачок, давно не играл за этого героя, пошли. И чё ты жмешь паузу? Даун. ЦПшник. Сносим, сносим, сносим. Давай, братюня, давай, пошли, давим, давим. У них, конечно... Гем, говорит, купишь. Не, чувак. Я могу купить гем, могу. Позже. След артом. А, я не могу писать, ладно. Нифига, ты чему наглая? Ну чё, ну попаду? Нет, 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 тихо, больно. О-о-о! Чё мы делаем? Короче, я пошел отсюда. Нет, это бред. Та хаста, 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 хаста. Шмара обоссанная. Ладно, нам осталось, короче, 130 голды. 130. Я куплю гем, да, без проблем, чувак. После... этого итема, после травелов. Тем более! У нас по вызову есть гем, как ни странно. Купить гем. Я вот не знаю, как считается, просто купить гем или закончить игру с гемом. Ну это бред, закончить игру с гемом. Давайте именно купить, так будет честнее. Правильно, мы же купили итем. Мы же не виноваты, что он выпадает. Ой, не туда, не туда. Так, давайте фармим. О, фрифарм пошел. О, заживем сейчас. О, братюня. О, это вообще лихие 90-е повторяются в этой жизни.
Говорим, что я куплю гем. Я куплю гем. Когда накоплю 40 тысяч голды. Тогда сейчас сделаем так, и я пошел отсюда. Пускай говно жарится по боля. И мы сейчас пойдем возьмем тру-ля-ля наши. И качаем второй скиллок. Там увеличивается, по идее, время стана. Да, нормально. 640 голды накоплю и куплю. И будет все на шикарно. Да, гем безусловно нужен. Безусловно. БП, БП, да, да. ГГВП изи. Кстати, не забывайте, господа, когда мы будем покупать итемы по рандомной раскачке, а у них будет так жопа гореть. Мы же будем покупать всякое говно. Гоу, гоу, гоу. О, братиша, о. О, ты не в тот лес зашла. Это был взрыв. Это был взрыв жопы, а? Эх, сэфэ, сэфэ. Не в тот лесок ты зашла, дурочка. Кстати, у них фура ливанула, обезьянка, чи-чи-чи. 86 голды. Так, ну что ж, let's go, let's go. Ну, фуру обоссали, вы видели, на лайне обоссали. Там про мамку его что-то говорили, плохие слова. Ну, парень расстроился, я понимаю, видите. Там передозировка, пена изо рта. В любом случае, мы собрали первый итем, нам нужно собрать три. Второй итем, это будет... О-о-о-о! Давай, братиша, давай. Ну, ну да ты сдохнешь в любом случае. Нет! Нет! Живи! Ладно. Все, я жив-здоров. Да ты чё, гонишь, что ли? Ладно, допустим, такое тоже бывает. Кто знал, что там обоссанная шмара? И чё? Ну, не знаю, это... Значит, не все так просто, как нам казалось. Смотрите, бесполезный разор что-то начал делать. Ну там, да, там, да, там просто два удара нанесло это говно. Бла-бла-бла-бла. В любом случае, мы купили гем. Это плюс, у нас есть гем, у нас есть варды. Нет, вардов у нас не будет. Варды все заняты. И мы идем мид. Давай, беги. Беги. Что собираем дальше? Смотрим. Нам нужно собрать еще один третий итем. Так, еще быстренько гляну. Сколько у него стата? Да, я тебе дам гем, на. Иди, братюня, иди, иди. Да, ну видите, если парень хорошо играет, а я вижу по стате, что он хорошо играет. Он в лесу хорошо фармит. Естественно, я буду помогать ему, правильно? Гоу, 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 чувак. Сейчас я покажу мастер-класс. Заметьте, это считается, что я купил гем. Ну, по-другому это никак. Давай, параша. Да сдохни ты, шмара. На, говно. Все, приняли. Еще хп просрал столько. За его пассивки, что ли? Ладно, идем, короче, мид нести. О, там еще говно бежит, смотрите. А, нет, все, 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 все. Да ладно, и кот, ты его потащишь, сюда потащишь? Да ладно, дал. У тебя гем даун. Ой, ёкал МН. Да, братиша, да. Ну давай, давай, параша, давай. Ладно, все, уходим, короче. Мы здесь больше ничего не сделаем, уходим. Так, убили Сефе, убили Рики, это хорошо, хорошо, хорошо. И чё? Давай, братиша, давай. Ой, как больно, ой, как больно, жопец. Дал называется гем. Посмотрите на этого обоссанного инвалида, дал гем. У нас сейчас, короче, будет проблема с маной, да? У нас будет проблема с маной, дубль 2, на, парашник. По идее, я не должен был этого делать, ну ладно. Я хочу выполнить вызов, и нужно собрать... Нужно, короче, собрать итемы. Что я предлагаю сделать, смотрите.
Мейку сейчас собирать смысла нету, потому что нам не хватит маны никак. То есть у нас всю ману занимают эти скиллы, второй скилл, первый скилл. Я предлагаю, короче, собрать сейчас сначала персика, потому что персик, он нам нужен. Да хватит сраться уже, ДСПшники. Персик нам нужен для БФ. У нас в списке есть БФ, я вижу. Поэтому мы соберем персик для БФ и будем уже собирать остальные итемы. Давай, давай, я бегу, чувак. О, это вызов, это вызов. Как же вы далеко находитесь? Ты убьешь? Нормалек. О, пойдем, пойдем, пойдем. Давай, давай, говно. Ну, ко мне, параша, ко мне. Come on, Hero, come on! Так, еще это параша здесь идет. О, хорош, хорош. Ну-ка, ну-ка, просчет. Отлично, просчет. Ну, у меня ничего не осталось. О, хорош, хорош, хорош. О, хорош, хорош. Но нам нужно собрать еще итем. 1000 голды. Так. Или БФ собрать. А реально, нахрена мне нужна мека? А мы же собираемся по вызову. А гол сразу БФшечку. Че я голову ломаю? Так, ну здесь дальность увеличивается? Нет, не увеличивается. Ладно, бери, бери. Видите, какой я добрый? Сколько добра я в этой игре дал. Гемы раздаю, руны раздаю. То есть... эгоизма ноль. Такой нулек. Ноль. Опять же, я говорю, я обожаю тревела, топовый вообще арт. Так, вардов никогда нету, это хорошо. Топовый арт, поэтому бежим на базу, сейчас сразу делаем ТП в лед. Естественно, я как всегда попадаю с таном, 100% попадание у меня. Естественно. Так, ладно, готовимся. Делаем в летного перца, поехали. Давай, пошли. Ну что ж, так, у них все живые. О, Рики, 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 Шмару. Да ты сдохнешь, тварь, ты сдохнешь. О, я еще и забрал. Так, ты у нас этот, не просри гем. О, здесь у нас еда есть. Здесь есть еда. У него есть лассо. Ну давай, давай, давай. Давай. О, ой, как больно мою жопу. Нет, не забывайте, что у нас есть задание. Поэтому мы собираем БФ. Да, мы соберем БФ, и я выиграю. Ля-ля-ля. Собираем БФ. Я уже говорил, когда делал обзор вызова, да, что БФ не работает с флеш-урон. По идее, я не знаю, если ничего не изменили в доте. Да. Не работает на героев с дальней атакой. То есть плеш урон не работает. Ну и что? Это не отменяло вызов никак. Тут у нас будет крутая Джекира. Авторитетная. Это будет очень хорошо, если мы сейчас... А, тихо, тихо, осторожно. Здесь же может быть от Рики. Он сейчас может убить нас. Так, нормально. Рики далеко. Рики где-то далеко. О, чувак. А, все. А, нет, не все. Все, бежим, короче, драться. Нам на ульту даже не хватит. Очень мало маны, видите, очень мало. Только если он нормально ультанет. Так. Опасно. Давайте рассчитаем. 390, 420 есть у нас стан и ульта. Ох, мы опасно сейчас пошли вообще, это очень опасно. Не, гол, чувак, назад. Нормально, все. Я не знаю, что мы делаем, вот чувствуется, что-то не то мы делаем. О, пойдем, пойдем. На, тварь, сдохнет. Так, все, минусанули бомжа. Вот, смотри, сколько я раз умер. Один раз за игру, у меня 4-1 стата. 4-1, о чем говорить? Это, он сколько, два раза, наверное, уже умер? На бок еще я к тому, что надо было гем мне забрать. Да, конечно, не самая лучшая ульта, но нормально. О-о-о! Нормально, нормально пробило. Видали, да? Ой, как больно мою жопу, чуваки. Так, у них еще Рики есть. Так, нет, Рики, пожалуйста, не надо, Рики, Рики, не надо.
Не хочу умирать. Ладно, все, уходим. План эвакуации. О, хорош, смотрите. А, нет. Все, нет у нас гема. Пока гем. Но это его ошибка, он уже 20 раз просирал. 3 раза умер или 2? 2 раза, да. 2 раза уже просирал гем. Ну что за дело такое? У нас скорость 390. Отличная скорость, отличная. Господи, что за бред. Джакира с травелами и с БФ. Я не знаю, кто увидит, да, такую раскачку, это вообще будет ржать просто. Еще раз говорю, тиммейты по-любому будут писать плохие отзывы, типа, фу, даун, что ты собрал за говно. Но нам посрать. Само собой, мы будем так играть только в обычные игры и на его приоритете. То есть в рейтинг я никогда не буду так играть, естественно, потому что я никогда не буду сливать рейтинг. Никогда. Рейтинг это очень важная для меня тема стала. Раньше мне было посрать. А сейчас я на рейтинге пойти и только так. Я никогда никому игры не сливаю. У нас нету гема. Еще гем покупать мне смысла нет, я уже истратил деньги. Так, а у него... О, с моднесиком, да? С моднесиком. Ну, я давно уже видел, что у него моднес. Ну, ультани ты, ультани, да срать. Ну, что ж ты не ультанешь, даун? О, господи, Иисусе. Давай. О, на говно пошло по трубам. Сука, я одного убил, да? Одного, эх. Ладно, мы забрали троих, это уже хорошо. Мы забрали троечку. Мы забрали Рики. Так, прокачиваем третий скилл. Ну вы видите, да, что ульта идеальная была там на двоих, на троих. Сначала я думал, что получилось на восьмерых. Но немножко не вышло. Гоу пропушим вниз, наверное, что ли. Пойдем, братиша, пойдем. А здесь, кстати, очень опасно стоять. Очень опасную игру я играю сегодня. Очень опасно. Так, давайте сделаем бум-бум. Рики у них пока еще не родился, поэтому можем пока рисковать жизнью. Все, отлично. Я предлагаю сделать таким образом. Кинуть и пойдем на базу. Все нормально. Так, у нас есть еще один итем. Прибавляется дамага. Да, мы будем дамажить с руки. Еще нехило так. Я говорю, мне так смешно, не представляет. Травелас плюс БФ на Джакиру. Я помню, что в первой доте собирали, короче... То есть, была такая тема, что собирали Виндрейнер. Виндрейнджер. Виндрейнджер. Собирали ей, короче, БФ, как ни странно. Был такой писк моды временно. Так, у нас гема в тиме больше нету, да? Да. Просрали мой гем. Значит, нужно собрать, короче, по фасту. Пуч, все, там нормально. Будем портить ему игру? Говно, а не пуч. Говно. Надо было забрать руну, ну ладно. Давайте сделаем тогда так. Если на Рики будет насаждать, то мы купим гем еще раз. Потому что нам нужно выиграть тоже. Нам нужно выиграть. Это тоже нелегко. Тем более, у них очень сильный кэрри. У них СФ тоже фармит более-менее. Какие-то итемы у него есть. То же самое Маднес. Он у нас под Маднесом, да, может просто разорвать пополам. Там такой дамаг будет нереально идти по нашему герою. Забейте вообще. Но у нас есть БФ. У нас есть БФшечка. Так, кидаем плюху. Пу! Видите, горит потихонечку. Вот что-то я чувствую неладное, а. Вот ненавижу инвизеров, вы бы знали. Нормально, забрали вышку. Они отсюда все идут. Давай, братюня. Пока, пиши письма, минус одно говно. Видали, да, какой прокасти хороший? О, минус два говна, отлично. Так, а ты у нас что такое за параша, а? Ну давай, 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 братюня. А мы что, тебя не убьем, что ли? Убьем, так. Хорошо, у нас появилась БФшечка. Но у меня нету... Эй, говно! Нет! Ладно, кого-нибудь давайте убьем уже.
Смотрите, я уже убил там сколько, двоих за замес. Ну нормально. Жакира нагибает, что я вам скажу, нагибает. О, Рики, выкупился, все, я ухожу, пока. Пока. Не. Рики, уходим, уходим. Братва, уходим. План капка. Что за бред, я я иду нагибать, короче. Джакира с БФ, а ну-ка, псы ко мне, быстро сюда. Ладно, куплю гем и буду носить его только сам, все. Только сам буду носить. В любом случае, мы собрали 3 итема. Я выполнил часть вызова Дота Кинема. О, мне покажут Дота Кинема, спасибо, спасибо. Для меня честь. Так, ну давайте плюнем сюда вот. Сейчас нафармим на гем. О, братиша, какой вкусненький крипок. Давайте подожгем его пуканоид. Ну, пёс, я все, я кэрри, короче, я пошел кэрри, все, все. Без вариантов, без варика. Джакира, кэрри, на, пёс. На, пробиваем, пробиваем. Так, там никто не покупал гем? Покупали. Да что ж вы за кривые дауны. А, все, 2 гема. А, у меня нету, я вырубил, короче, чат. Я заколебался уже получать, короче, репорты за анманер от америкосов, поэтому я вырубил чат. Я больше не буду писать чат, только в начале игры могу. А, там драка, потом что-нибудь купим, пошлите драться, драться, драться. Гол, драка, драка, где драка, пошли. О, 2 гема, чувак. Давай, давай. О, братюня, братюня. О, тихо, 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 все гемы. Че, что-нибудь придумаем? О, как же им больно-то, как же им больно. Так, ну-ка, подожди. А если я сделаю вот так вот? Кстати, я даблкил сделал. Нет, я не догнал его. Давай, братиша, давай. Да прокачивай уже. Ах, тварь, я не видел его. Ну ладно. Вы видели, да, он взял 2 гема и третий раз подряд просрал 2 гема. Прикиньте, какая это обезьяна обоссанная. Естественно, я сейчас выложу 1 гем и буду сам носить его. Один буду носить, то есть, и один положу в тайник. Положить тайник. Хер тебе, чмо обоссанное, бесполезное. Он слишком сильно переоценивает свои силы. Ну что ж. Четвертый итем. Пошлите в четвертый итем. Это у нас Омека. Она тоже у нас есть в списке. Ну и варды тоже куплю, давайте. Купим вардики. Опа. Эй, псы, дайте мне пофармить. На, у меня есть БФ. Они, наверное, думают, короче, зачем ты собрал БФ? Да, он не работает. Эй, глупцы, вы еще многого не знаете об этой игре. Ой, как много, ой, как много. Эй, пес, ты куда пошел? Ты куда пес пошел, а? Эй, пес, молодой человек. Молодой человек. Все, собрал я итемы. Поздравляю. Первый вызов мы выполнили 100% теперь. Даже если я просру гем, у меня будет 3 итема из списка. Нормально. Тем более у нас, по-моему, лучшие остаток, наверное, уже. Поставим сюда вардик. Группируемся и пошлите мид. А давайте мы телепортируемся, что я буду ждать. Как мажор, короче, пойдем, 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 братиша, пойдем. На, говно, давай. Так, сейчас самое главное, короче, не переоценить свои силы. Не переоценить силы. Пойдемте, пойдемте. Так, все, я готов. Нам нужно вычислить Рики сначала. О, давай, красава. Ну, видите, ну вы видели, какой там дамаг прошел. Че, нужна какая-нибудь мека? Мека нужна? Так, я вообще про меку забыл. Это вот плохо, нужно помнить про меку. Ладно, давайте дадим меку. Какой у нас крутой Джакира. Мне понравилось, короче. Ну, я бы, конечно, БФ бы убрал, а так понравилось. О, с кем-то связал. Давай, братюня, давай. На, говно, да ты сдохнешь в любом случае. Я тебя с руки просто убиваю. Кстати, она очень сильно дамажит. Не, говно полное, я пошутил. Параша.
Давайте, 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 сносим, сносим. Ха-ха, Джакира БФ, ну чё за бред? Я говорю, мне просто, я сижу и угораю. Когда смотрю сюда вот на Итема, я постоянно угораю. Ну такой бред. Я думаю, это только начало наших приключений. О, хорош. Так, гори, параша, ты сгоришь. Но мы так не сносим, мы просто стоим на одном месте. Давайте, чуваки, надо сносить, сносить надо. Врывайтесь. Можно дать меку, давайте дадим меку даунам этим. Тригением, отригением и хпшечку. Ну вот, вот, пошли делать заход, пошли, пошли. Просто бьем эту сраную вышку. И все, и забираем. Так, вот отлично, давай дальше, гоу, гоу, гоу. Больно, мне было сейчас больно, кстати. О, хорош. Так, нет, у меня меки нету. Же он больно бьет. Так, пошли, 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 пошли. Ну куда ж ты его тянешь-то, а? Дурачок. Нормально, он стухнет. Че, СГО, пойдем дальше. Эй, говно, говно. На, псина, так, уходим. Давай, живи, детка, ну живи. Нет, нет. Нет. Я пошел отсюда, ладно. Ох! Мне кажется, я танк, короче, уже, все. Ладно, у нас 2000 голды, смотрим, что дальше по списку. Я открываю список, вы это не видите. Сатаник! Сатаник, да вы чё? Сатаник? Нет. У нас есть или сатаник остался, или лотар. Конечно же, я, наверное, выберу все-таки лотар, я думаю, да? Давайте выберем лотар. Они пыль не скоро купят, у нас нету инвизеров. Пойдемте в лотарчик. Лотарчик. Да, лотар, на Джекира, лотар с БФ. Ладно, бежим. Так мы скоро уже соло просто будем с руки убивать всех. Вот была бы рапира, я бы с удовольствием бы собрал рапиру. Но сатаник это бред, ну реально, ну... Так, 3, 4, реально 5 слотов, как прям на видео, это на фотке было, на видео, на фотке. А давайте посмотрим, а, ну ладно, потом. Так, у нас пока лотара нету, поэтому надо быть поосторожнее. С лотаром мы сможем выживать, это очень важно тоже. На, говно, на тебе, все на. Не забывайте, что там есть Рики, это, в принципе, наш антигерой. Он больно нас будет бить, больно, больно. 1500 у нас хп. Давай. О, там, кстати, Тини тоже уже, смотрите, аганим. О, это мне, да? Это мне, спасибо, братюня. Я просто коллекционирую гемы. Пойдем, пойдем, пойдем. Давай, давай. Ну? Ну не в того, не в того, не в того. Давай с руки его, нормально, все, идем. У меня уже горло болит. Пошли, короче, заходим, заходим. О, братиша, наперед. Ну, профессионально все продумано. Так, короче, давайте снесем уже. А, не хочешь, ну ладно, ладно. О, ты хорош, хорош, хорош. Хорош, хорош. Ну-ка, а там еще на базе у нас гем получается. Да, у меня 3 гема, я вас поздравляю. Ну-ка, сейчас мы сделаем так. О, так я не один, да, с тревелами. Круто, круто. Группа быстрого реагирования. Ну-ка, быстро псы, давайте туда, быстро, во. Так, потом это говно, потом это. Сам себе поюзал меку, короче, вообще крутой чувак, вообще красавчик. Короче, это был топовый Джакира, топовый. Такими итемами, ну ладно. Давайте пропушим лайн. В принципе, нас сейчас никто убить не может. Потом сбегаем на базу, возьмем лотар. И выложим гем. Так, 10 секунд еще есть. АМБ потом. АМБ, Б, 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 Б. Так, они сейчас могли выдвинуться, поэтому надо все быстрее сделать. Вот так, вот так, вот так и вот так.
Пока, братцы, пока. Дали, сколько я нафармил. Так. Положить в тайник. И купим давайте еще вардики. Потому что мы выполнили план, можно уже про деньги не думать. Все, Лотар. Лотар нам в первую очередь нужен, чтобы спасаться в этой игре. Именно на этого героя. Больше нафиг не усрался. 25 секунд. Ну, бежим, короче. Давайте врубим Лотар и бежим. На скорость будет очень быстрая. Так, стоп. А у меня же гем это был там. Подождите, а как они его взяли? Или, я не помню, меня разве убивали? У меня был один гем в тайнике, и две было в руках. Два гема было в руках. О, братюня. Нет. Пока говно. Ага, и что дальше? Давай, просветку кидай. Тихо. Опасно. Я не понимаю, что происходит. Вообще не понимаю. Потому что драки нету, да? Драки нету. Ну хорошо, ладно. Будем без драки играть. Самое главное, чтобы у нас был просто гем. Гем и этот был. И Лотар. Ах ты говно, боссы. Давай. Пока, параша, пока. Давай, нет. Промахнулся немножко, ладно. Мы не сдаемся, сносим это говно до конца. Я буду с руки бить, у меня дамаг просто гениальный дамаг. Гениальный. О, Рики-Шмару. Так, твоя жопка подгорела. Мне интересно, а что они там пишут? Что-нибудь хорошее пишут, нет? Я же вырубил, потому что они срались. Эй, ну что вы делаете? Мне же больно. Ну тут я считаю, я затащил, согласитесь, да? Жакира затащила всю игру просто. У нас 2600. Мы можем пойти в сатаник. Да, мы можем сейчас собирать сатаник. Выкинем варды обоссанные. Давай. О, на, говно. Все, минусанули парашу. Можем дать меку. И, короче, пойти на базу. Пока, братцы, акробатцы. Я пошел. Так, давайте выкинем это говно. Надо было там поставить, ну посрать, ладно. О, у нас здесь уже борды стоят, это хорошо. Видите, как продумано все. 3000. И последний, 6-й итем, который был у нас в списке, это сатуник. Я думаю, собрать через это, через хпшку, 3200. Пойдемте. Вы видели, да? Здесь Лотар очень хорошо мне помог, кстати. Ну все, полное доминирование. А, такой бред. Ну что это за итемы-то? Что это за итемы? Ну тут сейчас руки будем нагибать. Жалко, что не работает сплэш урон, конечно. Было бы красиво. Я бы как этот дракон бы бил сплэш уроном. Видите, у него есть сплэш, у меня нет. Ну почему? На, пес, на. О, нормально, все, хватит. Так, о, они, кстати, вышку не добили. А если добью вышку, как профессионал, давай. Ну, успел, хорош. Оп. Так, дефаем. Можно, в принципе, ультануть, ну ладно, не буду ультовать. На, псы, на. Давай, сафешка, выходи ко мне в гости, я тебя сейчас обосикаю. Это я обосикаю, чмошник. Кстати, по-моему, он по-другому начал собираться, да? А, все правильно, я просто не в том порядке. Все, извиняюсь. Обычно собирается же он через это, через доминатор, а я вообще в другом порядке. Нормально. Пойдем. Вы видите, да? Просто бежим и соло сносим все говно это. Мы играем сами по себе, то есть на Тиму даже не смотрим. У нас своя игра. У нас есть Лотар, мы сможем убежать, поэтому срать. Так, надо кое-что экономить ману, хватит уже тратить ее. No мэни. Нет, мэни у нас полно мэни. Мы, короче, одним кликом потом заберем. Не кликом, а сразу заберем весь доминатор. Не доминатор, в смысле сатаник. Готовый с базы. Давайте будем спамить лучше третьим скиллом, он мана не требует.
Группируйтесь. Игра Джокира плюс 4 называется. Не сносите, чуваки, дайте. А, там все уже, да? Ага. Но все равно, я поздравляю, короче, и себя, и вас. Это был первый выпуск пилотный под названием «Вызов», то есть новый формат. Обязательно, прямо сейчас, напишите в комментарии, понравилось вам или нет, стоит ли дальше продолжать. Вы видели, я сделал все так, как было по вызову. Также прокачал скиллы, потом также итемы, остался один сатаник и все. Всем спасибо за просмотр. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.